Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Конышева Екатерина Викторовна. Я являюсь руководителем студии «Шкатулка». И сегодня я вам хочу показать и рассказать, как можно сделать вот такую вот красивую картинку в технике аппликации из ткани. Недавно мы с вами отметили Рождество, всеми любимый праздник светлый, и поэтому тема выбрана рождественская. На картинке у нас ангел и звезды в небе. А для работы нам потребуется лист картона, кусочек мешковины. У меня мешковина голубого цвета, декоративная. Кусочек ткани чуть поменьше, чем размер нашего картона, темно-синего оттенка. Можно взять ткань с рисунком. У меня хлопчатая бумажная ткань с набивным цветочным рисунком. И еще нам потребуется вот такая вот вуаль, квадратик вуали. И из нее мы будем делать непосредственно самого ангела. Вот такой вот кусочек будет служить наполнением для головы ангела. Чуть поменьше кусочек вуали. Также нам потребуется пряжа. Она у меня достаточно толстенькая. Можно использовать шпагат из джута. И вот такая вот ниточка мулине бежевого цвета. Я ее буду использовать для изготовления самого ангела. И также нам потребуется клей-карандаш. Ну и еще потребуются ножницы. Можем приступать к работе. Приступаем с вами к работе. Смазываем клеем поверхность картона. Достаточно хорошо и тщательно, чтобы закрепить первый слой нашей аппликации. Ничего страшного, что у нас мешковинка немножко неровная. Будем приклеиваться, она вся разгладится. Мешковинку приклеили. Будем сейчас закреплять темно-синий кусочек ткани. Вот таким вот образом. Смазываем нашу мешковину. И приклеиваем так вот немножечко со смещением, не ровненько, а чуть-чуть смещаем и выравниваем. Закрепили. Теперь приступаем к изготовлению ангела. Для того, чтобы начать его делать, этот ангел в традиционной лоскутной технике. Все вы наверняка уже не раз видели, как его делать. Покажу еще раз. Сворачиваем квадратик пополам. Еще раз пополам. Ищем серединочку. И вот серединочка. Квадратик ткани, который поменьше, вот таким образом сворачиваем. Это будет наполнение для головы. И вот этот вот шарик из ткани кладем туда в серединочку. Серединочку соединяем кончики квадратика вот таким образом. И формируем голову. Голова у нас формированная, ее теперь пора закреплять. Берем ниточку. У меня это будет ниточка мулине бежевого цвета. Обматываю вокруг головы и делаю вот такой вот узелочек петлей накидом. Теперь нам нужно будет
сформировать ручки, крылышки у ангела, да, и туловище. Вот так вот у талии присобираем и начинаем обматывать. Сначала вокруг талии цветочек делаем. Вокруг талии, потом из-под левой ручки заводим на правое плечо, делаем круг вокруг шейки и потом с левого плеча под правую ручку заводим еще раз вокруг талии и делаем закрепочную такую петелечку. Узелочек. Отрезаем ниточку ножницами. Теперь на голове можно сделать такой ободочек, который будет символизировать нимб. Таким образом заматываем и завязываем на затылочке узелочек. Отрезать ниточку и завязываем узелочек. Кончики ниточек можно отрезать. Располагаем нашего ангелочка на заготовочки. Вот. Получился у нас такой ангелочек. Он летит на темно-синем небе на фоне. Теперь его можно приклеить. Теперь сделаем дополнительные детали. Из белой ниточки по спирали выложим такой круг. Это будет, наверное, луна. Намазываем клеем и белую шерстяную пряжу так вот, по спиральке. Наклеиваем не очень много, должна быть такая небольшая. Если необходимо, можно еще подмазать клеем. Вот так, я думаю, достаточно. Кончик ниточки просто отрезаем. Несколько полосочек можно из пряжи можно наклеить внизу нашей композиции. Еще можно украсить нашу
картинку вот такими вот звездочками из стекляруса. Стеклярус на иголочку надеваем, смазываем клеем и приклеиваем аккуратненько на картинку, на иголочку, смазываем клеем и располагаем на картинке.